Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Черепашки-ниндзя-легенды. Ну что же, у нас сегодня понедельник, и турнир закончился. Ну что, забираем свой приз. А именно, сюрикены 9600, Рафаэль ролевой 50 ДНК, 90 золотых осколков и 75 платиновых. Ну что, ребята, буста сегодня не получится, так как я только с работы пришел. Уже, как говорится, поздно, 11 час вечера. Но все-таки мы с тобой попробуем немножечко, как говорится, подтянуться. И самое удивительное, почему я не получил здесь ни шиша. А, ну, наверное, потому что мы с тобой ни в какую лигу не вошли. Поэтому наград здесь и нету. Ну что, давай посмотрим, что на этой неделе у нас будет. Так, как мы видим, на этой неделе у нас разыгрывается крысиный король. Нам он не нужен, потому что он у нас имеет все звезды. То есть фуловый. Единственное, что нужно его перевести только в платиновый ранг. А на испытаниях у нас с тобой Лига Лео, Девичья Сила, Супер Шреддер. Кстати, ребята, кто хочет получить Супер Шреддера, рекомендую проходить именно вот это вот испытание. Ну и союзники. Ну что, мы с тобой по традиции, как всегда, начинаем с арены. Поехали. Фух, ну как говорится... Будем надеяться, что нам повезет. 11-11. Давай начнем, наверное, вот с этой команды. И выбираем, естественно, самых наших слабеньких персонажей, которые у нас имеют 45-й уровень 2 и уже 53-й. То есть Бибоп и Рокстеди — это самый минимальный уровень у нас. Вот они вдвоем здесь на 43-м зависли, да? А Шинигами, извини меня, уже 53 уровня. Ну, ничего, скоро, кстати, Рокстеди, как мы знаем, да, перейдет у нас в золотой ранг. Это в серебряном он в данный момент у нас находится. В плане, я что-то не понял. Эй, Рокстеди, как так ты не смог забомбить Макмана? Удивительно. Ну что же, все великолепно. Мы с тобой идем дальше. Первые поединки, они самые простенькие. И заодно посмотрим, куда мы сегодня с тобой переместимся. Мне бы, конечно, хотелось бы попасть в Лигу Сёгунов 3 звезды, но что-то мне подсказывает, что не выйдет. Если, конечно, нам не будут через каждый бой давать повышенные кубки. Если будут, тогда шансы наши увеличиваются. Но я, если честно, в этом сомневаюсь. В самом начале мы продвигаемся с тобой медленно, потому что, во-первых, у нас очень мало персонажей. Ну и, как ты понимаешь, очень мало дают нам кубков за это все дело. Ну-ка. Дрон. Слушай, ну здесь этого было достаточно, да? Этого дрона, чтобы уничтожить наших легких, так сказать, противников. Ну, тогда мы двигаемся с тобой дальше и смотрим. О, воин 3 звезды уже. Но ранг 94. Это говорит о том, что мы в элиту, скорее всего, сейчас не попадем. Ох ты, 12-13 сразу же на третьем поединке. Ну что же, это очень меня, так сказать, радует, ребята. А, так тут уже и 4 персонажа. Тогда все ясно. Тогда все отлично. Ну что у нас тут? Пит, нейтрализатор, Брэдфорд и Карайка. Ну-ка. Отлично. Отлично. Но, конечно, анимация вот этого удара очень длинная. Поэтому как бы не рекомендую ее делать, если вы хотите бустить. Слушай, смотри-ка, в элиту перешли. Слушай, а может быть у нас все получится, а? Хотелось бы мне в это верить. А давай попробуем, может, дадут тут 13-14, фиг его знает. Вот, дают 12-14, ну что же, это тоже неплохой результат, как по мне. Ну давай, видосик, наверное, сегодня, ребята, не выйдет именно в понедельник. Он уже, скорее всего, выйдет завтра во вторник, скорее всего, перед работой я положу. Утром, ну, где-нибудь часиков в 12 я его запрограммирую на выход. Тыч. Ну что ты, ну Донни. Ой, Рафаэль, Донни здесь ни при чем. Это Рафаэль. Да-да, именно ролевой. Донателло, я думаю, сразу ушатал бы их всех. Ну что же, двигаемся и смотрим. Да, вот, ребята, и первый, как говорится, спотыкон. Мы не пришли с тобой на элиту 2 звезды. И вот придется теперь мучиться. Давай мне 13-15. Слишком круто, да? Наверное, слишком круто это будет. Давай тогда 12-14, фиг с ним. Но после этого поединка, я думаю, что мне дадут уже... сколько там? 13-15, скорее всего, должны. И пока, как ты видишь, у нас все равно еще 4 персонажа. Еще не фул команда.
Так что на многое не рассчитываем. Так, ну что, вдупляем для начала, да? Пумс. Так, муха отдуплилась, причем сразу. На тебе. И ракета выпускает крэнк. Тыч. Все, ребят. Замечательно. Сейчас посмотрим. Ну, естественно, мы переходим с тобой сразу в элиту. В другой ранг, в две звезды. Место у нас какое? 63-е. Отлично. Все, теперь уже, как ты видишь, пятеро. Вот пятерочка, это уже говорит о том, что фулл команды. Вот я хочу попробовать. Дадут мне три... Вот. Слушай, ну ведь было же 13-15, я видел. Просто я поспешил. Вот, есть. Ну что же, тогда отлично. Будем буститься. Так, у них тут 33 уровень, а у нас с тобой 54. Ну, это хорошо. Единственное, обидно, что массовые атаки, которые вот у наших персонажей, они не прокачаны. Так, поехали. О, кстати, у этого нашего хоккеиста, да, так скажем, нет вообще массовой атаки. У... как тебе сказать? Тут же два вида их, да, у Кейси Джонса. Здесь вот такой есть, а есть еще более-менее такой, как... более по комиксам. Вот, который по комиксам, у него есть массовая атака. Что он там бросает, баллон или что, я уже не помню. А вот здесь нету. Фу, ты даже не попал. На тебе. Тыч. Нормуль. Так что Кейси Джонс как бы не особо такой годный персонаж именно для нашей команды. Мне больше нужны, как говорится, массовые, которые имеют массовую атаку и, конечно же, наносят офигенный урон. Ну что, дадите мне тут 14-16. Тихо, тихо, тихо. Вижу 13-16. Берем. По-тихому, чтобы не сорвалась, как говорится, рыбка с крючка. И раз, два, три, четыре, пять. Так, ну что, Мондагека имеет массовую атаку. Кто у нас еще? Донателло имеет массовую атаку. Эти у нас одиночники. Бросай свой баллончик, пожалуйста. Заблокировали. Так, что бы сделать, что бы сделать. Так, наверное, нам нужно Эйприл ушатать. Хотя у нее блокировка стоит, да? Она не сможет применить свои способности. Так, и выпускаем дрона. Проверочка. Найс. И добивка слэша. Все, друзья мои. Никаких, в принципе, проблем у нас здесь не было. Хотя я думал, что не будет так все гладко. Так, ну что, я жду, когда мы перейдем уже с тобой в самураи. Так, 13-16. Отлично, берем. И выбираем здесь. Раз, два, три. Так, у них 35 уровень, у нас 55. Ну, я тебе еще раз говорю, у нас очень много персонажей 50 уровней. Очень много. Поэтому отыграть их будет всех, конечно же, очень-очень сложно и долго, самое главное. Так, минус Крис Брэдфорд почему-то сразу упал. Так, Бибоп. Хоба. Лео. Сплинтер, понятное дело. Ой, зачем? Я не туда нажал, ребят. Я хотел сделать когти. Ну ладно, ничего нам все равно не сделает. Тыч-тыч-тыч. Все. Шредер, как говорится, наказал Шредера. Ну что же, мы двигаемся с тобой, естественно, дальше. А дальше у нас самураи, конечно же. 55-я позиция, сразу же. Так, смотри, 13... Во! 14-17. У нас с тобой 14-17, и мы с тобой делаем так. Раз, два, три, четыре, пять. Ну смотри, самое, ребята, противное, что они уже практически нас догоняют. 40-е уровни уже пошли у наших врагов, а мы с тобой на 50-никах все еще танцуем. Поэтому нам нужно как-то, я не знаю, ускориться. Так, может быть, Эйприл. Давай попробуем, наверное, ее вынести. Есть. Просто не хотел, чтобы она тут хиляла. Ну-ка, майки вырубишь. М-м-м. Вот. У нас второго разряда, да, удар вот этого вот метеорита. Ты-дыш. И добивка. Да, неплохо получилось, в принципе. Донателло красавчик. Ну что, мы с тобой двигаемся дальше. Смотрим. Перейдем. Перейдем. Ну что же, Лига самураев. Две звезды, правда, позиция не очень такая комфортная. 14-17. А вдруг вы дадите мне 15
Так, 14-18 вижу. Окей, 14-18, это тоже, ребят, хорошо. Раз, два, три, четыре, пять. Так, сейчас я прикину, да? У него тут 42-43. Хотя, знаешь, почему мы здесь спокойно разберем? Во-первых, потому что здесь бронза, серебро. И только один, по-моему, какой-то у них золотой. В принципе, если мы сделаем дебаф, понижение, как ты видишь, защиты, теперь рубанем по майке. А если вот так? О, совсем другое дело. Теперь крик души. Так, у него Кирби, елки-палки. Да-да-да, у него еще один лекарь, это Кирби. Ну-ка, давай-ка галушку вот эту туда бросим. Что-то не сработало как-то. Ладно, фиг с ним. Давай так сделаем. Минус Кирби. Так, бросаем клан футовца. Отлично. И добивка, наверное, скорее всего, должна быть. Да. Канализационным люком мы просто в него бросили. Офигеть, ты прикинь, какая у него должна быть сила, чтобы бросить люк от канализации. Вот этот вот уличный люк. Он весит, я не знаю, наверное, ребят, килограмм 50. Попробуй-ка его взять и метнуть еще. Ага, обалдеть. Так, ладно, давай-ка посмотрим. 14-18 мне нужно. Вот, есть такое дело у нас. И... сейчас, секунду. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, в принципе, есть провокатор, есть... Блин, у нас аж три Микеланджело здесь в этой команде. Хорошо. Три майки. Леонардо, наверное, будет брать провокацию, скорее всего, на себя. Хотя, подожди, давай вот так вот сделаем, наверное. Массовая атака. Тыч. Дальше сделаем вот так вот. Можно было, конечно, усиление атаки сделать, но... Минус двоечка. И вот так. Понижение. Понижение атаки. Давай, наверное, запустим щит. Хотя можно было бы сделать и массовую атаку, в принципе, волну, огненную волну запустить, но он даже здесь не попадает. Ну-ка, носорог, натяни его на рог. Носорог, натяни его на рог. Зашибись, сказал. Ну все, ребят, мы выиграли здесь и двигаемся с вами дальше. А дальше у нас самураи 3 звезды. То есть уже, в принципе, рядышком где-то сёгуны. 14-18. А вдруг дадут нам 15, я не знаю, 19 или 14-19. Не, не хотят давать. Смотри-ка, не хотят давать. Ай-яй-яй, да что ж вот так. Смотри, стоят как партизаны и не сдаются. 14-18, вот четко 14-18 и все. Да, видимо, их не переубедить. Ладно. Так, 44-й ранг. 44-й, 45-й. Раз, два, три, четыре, пять. Ну вот, кстати, и крысиный король, который разыгрывается на этой неделе. Ну, как ты видишь, у нас 5 золотых звезд на нем. Но для вас, особенно те, кто начали играть недавно, я думаю, что стоит его перевести в золотой фуловый ранг. Единственное, друзья мои, что у меня нету, как тебе сказать, времени его прокачивать. Кто-то, я помню, в свое время говорил, что он крутой, но по мне он какой-то ватненький. Ну вот на данном этапе он ватненький. Если его прокачать, возможно, он будет хорош. Тем более у него есть вот эта массовая атака крысами. Так, и смотрим на какую позицию. 51-я, значит, скорее всего, мы после вот этого поединка уже попадем с тобой в сёгуны. Ну дайте мне 14-19, ё-моё, ну чё вы жмётесь-то, не могу понять. Не хотят, прикинь? Не хотят. Воу. Смотри, выудил я все-таки 15-19. Так. А, у нас уже все, ребят. 60-й уровень пошли. Он только на 50-й перебрался, а мы уже в 60-й. Но здесь Леонардо. Так, тихо, подожди. Мы знаем все этого Лео. И на что он способен. Заморозили, отлично. Теперь давай попробуем вот этим вот ударом его. Оглушили. Давай массовую теперь сделаем. Е, Лео нету, и это хорошо. Так, теперь мы можем с тобой просто взять провокацию с разубом. Блин, у нас и Донателло есть тоже, кстати. Давай так вот рубанем.
Окей. Он жирный, я знаю, он жирный, ты его фиг пробьешь, ребята. Вот именно из Острозуба уже вторая модификация, знаешь, какая у него была? Именно Рокзар. Он превращается в Рокзара, в тощего в такого пса. А на самом деле это знаешь кто? Да-да, ты правильно догадался, это Крис Брэдфорд. Просто мутировавший. Так, ну что, давай еще раз топориком. Оу, щит. А что не получилось-то? Чё, нифига, вы что такие слабенькие? Или Донни? Ну, Донни, понятно, ребят. Это супер-пупер, так сказать, защитник. Фиг, ты его просто так пробьешь. Ну-ка, плевком. А так? Вообще промахнулись. На тогда кувалду в лоб. В плане, блин. Откуда у него уклонение? Скажи-ка мне на милость, а? Откуда у него было уклонение? Я, в принципе, из-за него и не мог попасть под Донателло. Все. Как только у него, естественно, этот баф слетел, сразу же мы его разобрали. Так, ну и двигаемся дальше. Так, с 51-й позиции. Опа, я думал, что мы перейдем. А не тут-то было. Понятно. Хорошо, так. Нет уж, давайте, вы мне дали 15-19, вот. А то они меня опять скидывают на 14-18. Раз, два, три, четыре, пять. Уже 70-й уровень против 50-х. Шансов у наших противников нету. Вообще ни одного. Поехали, выбрасываем кунаи. Сразу вот как говорю кунаи, вспоминаю игру Арагами, которую у меня на первом канале. Я же тоже недавно только кунаи приобрел. И, кстати, мне очень они понравились. Убойная сила, конечно, у них офигенная, когда наш Арагами бросает, да? Когда наш тень делает ликвидацию. Ну что, поздравляю нас с Сёгуном одной звездой. Вот хотелось бы узнать, перейдем мы все-таки с тобой на две звездочки или нет. Если они мне дадут 15-20, это будет круто. Но, скорее всего, я не дождусь. О! Дождался. Раз, два, три, четыре, пять. Сколько тут? Ну, наверное, три поединка надо будет. А у меня, скорее всего, не получится именно по персонажам. Не хватит бойцов. Так, давай понизим атаку им. Всем, причем понижение атаки сделали. Давай. Пэмс вырубил, молодец. И добивка всех остальных, по идее, должна быть. Да, Железноголовый не подвел своими этими снарядами. И давай посмотрим результат этого поединка. Место у нас... Все, ребят, еще бой. И мы с тобой в Лиге Сёгунов две звезды. И они опять за свое. Вот смотри, ведь было же 15-20. Ну какого фига вы мне перекидываете на 15-19? Я не проиграл, я не сфейлился. У меня все хорошо. Фиг ли вы мне понижаете? Блин, занижаете ранг, а? На каком, блин, основании? Вообще 14-18 дали, прикинь. Недооценивают они меня, да, получается. Твою налево, блин, пропустил там этот момент. Вот теперь попробуй выудить его. Во, есть. Но тут майки 54 уровня. Так, раз, два, три, четыре, пять. Слушай, ну 54 уровня, это же не 80-го. Поэтому зэк здесь, конечно же, накажет. Должен наказать. Бросаем бомбочку. Так. Давай-ка нахлобучим. Все, теперь нам тут, в принципе, никто не страшен. Сделаем с тобой проникающий удар от Криса Брэдфорда. Дальше запах изо рта. Ну а ты-то что, особое приглашение надо тебе? Валяться. Замечательно, быстро раскатали. И сейчас, по идее, должны с тобой перейти в Лигу Сёгунов две звезды. И местечко у нас 87-й. Слушай, прикинь, если мы с тобой перейдем в 3 звезды. Вот это будет шикарно. Так, они мне уже дают на автомате 15-20. Теперь я хочу больше. Я хочу теперь 15-21. Или сколько там, 16-21. Наверное, не дадут. Наверное. Скорее всего. Ладно, фиг с ним. Давай согласимся пока на их условия. Раз, два, три, четыре, пять. Ну да, наверное, не хватит, не получится. Ну и фиг с ним, ребят, все равно Лига Сёгунов 2 звезды для первой заходки, я считаю, что это круто. Ну что, не буду я здесь делать уклонение, потому что оно не нужно.
Шредер, давай. Он сразу их всех накажет здесь. Пич. Так же, как и в следующем раунде. А кто у нас? А кто у нас там остался? А, Леонардо и Усаги. Да, они там тоже сделают такую бучу. Хочу посмотреть, какое место у нас будет. Нет, не получится, ребят, перейти. 51-й. Если бы была бы 30-я позиция, тогда да. Раз, два, три. 4, 5. Все. Последний, как говорится, на сегодня поединок у нас. Ну. Понеслась. Интересно, будет достаточно одного рывка у Саги или нет? Или нам придется еще кем-то воспользоваться? Достаточно. Всех, ребята, закромсал с одной вертушки. Ну что, давай посмотрим, какой там у нас итог конечный. 30-я, да, какая-нибудь позиция? 12-я, ребят, представляете, 12-я позиция. То есть, если взять, например, 5 откатов, ну, 9 останется всего лишь, то мы зайдем в Лигу Сёгунов 3 звезды. Но делать это, я думаю, не стоит, ребят. Ну, согласись. Для чего? Завтра все равно мы зайдем в игру, и у нас уже будет, опять же, пониженный ранг. Они нас сбросят. Так что, я думаю, не стоит. Единственное, что надо будет мне не забыть, это в конце посмотреть рекламку. Ну, ты понимаешь, да, зачем? Для того, чтобы взять себе 10 откатов. Они в будущем нам пригодятся. Так, ну что, испытание. Я не знаю, стоит ли нам девичью силу проходить. Давай посмотрим, что у нас здесь. Ребята, а кто нам здесь нужен? Давай-ка посмотрим, кто у меня не прокачанный. Так, Леонардо Видение здесь, да? И Леонардо Ролевой. Не могу я вспомнить, кто у нас тут не прокачанный. Леонардо Видение. Так, Ролевой Фулка. Значит, смотрим Леонардо Видение. Да, именно он нам нужен. Ну что, друзья, я предлагаю сделать так. Раз это у нас Даёк Макарёк, раз это у нас неполноценное событие, которое мы с собой проходить не будем, давай дойдем до сюда и получим ДНК на него. И попробуем остальной сыр именно слить на фарме. Девичья сила, я думаю, ты понимаешь, что нам придется и проходить, потому что именно там разыгрывается у нас Кунаиши, именно там разыгрывается у нас Шинигами, и именно там разыгрывается у нас кто? Кунаичи, Шинигами. Ну, в принципе, и все. Только эти персонажи нам нужны. Остальные у нас есть. Там Алапекс, она у нас прокачанная. Карайки. Да, остальные все прокачанные. Так что, ребят, только вот из Шинигами и Кунаичи стоит туда идти. Так, ну что, как ты понимаешь, первый поединок, естественно, на изи. Тут не обсуждается. Давай дальше идем в бой. То есть я сейчас просто пройду это испытание, как говорится, налегке, так как оно нам не нужно. Оно нужно лишь из одного черепашонка, да, Леонардо Видение. Это как вот в прошлой, ребята, на прошлой неделе, да, мы с тобой кого там искали-то? Донателло. Донателло Видение нам нужен был, да, нужен был. И мы его потихоньку фармили. Кстати, а сколько у нас там ДНК не хватает до Донателло Видения? По-моему, 2, да? 2 или 4, и все, и он тоже у нас, по-моему, будет фулкой. Так, ну что? Блин, подожди секунду, мне интересно. Донателло Видение. Да, друзья мои, всего лишь 2 ДНК не хватило. Но я пытался найти, но, видишь, не ролилось. Точнее, ролилось, но неудачно. Ну, ближайшее какое-нибудь событие, я не знаю. Можно, конечно, будет в магазине его купить. Сколько он там стоит, если смотреть? А, так он еще и за жетоны у нас, оказывается. 610. Но я думаю, что не стоит тратить 610, да? Для прокачки. Лучше мы с тобой, наверное, вот сюда потратим. Так, вот здесь еще. Почему-то вот этот вот Леонардо, да? Видение. Дороже, чем Рафаэль и Донателло. И Микеланджело. Самое дорогое — это Леонардо Видение. Интересно. Значит, нам бы как бы его надо фармить почаще. И... Так, подожди, куда я иду? В бой. Испытание. Так, поехали. Сейчас посмотрим. Еще неизвестно, с каким шансом и с кем он там будет, ребята, выпадать именно на фарме. Что у нас тут? Поехали. Тыч. Валяются.
бронированные тараканы, по-моему, да? Так их величать. Дальше давай-ка свою армию призывай. Нормуль. И заключительная третья волна. Давай с гранатомета бомбанем. Все. Причем с крита все ребята получили крит урон повышенный. Ну что же, Донателло видение раз. А теперь давай попробуем пофармить. О, кстати, очень хорошо. Всего лишь два ненужных, так скажем. Здесь, ну нет, не надо там. Вот, самый оптимал, ребята. И 5 сыра всего лишь. Единственное, что да. Откаты, ребята. Не то мне. Да блин, карта Бибабима, зачем она мне нужна? Все осколки эти. 25 жетонов, опять не то. Е, друзья мои. Мы выудили с вами 2 ДНКшки. И вообще, у нас получается плюс 3. 2 там нашли и 1 за прохождение. Ну, а на девичьей силе, конечно же, нам с тобой нужно будет вот этот и вот этот персонаж на эпизоде 6 и 7. Но это мы с тобой уже будем делать в следующих сериях. Так что, друзья мои, решайте сами, удачно у нас получился буст или нет. Как по мне, так вроде бы удачный. Неплохо, мы с тобой дошли до Лиги Сёгунов 2 звезды на 12-ю позицию. Там еще бы персонажей бы чуть-чуть, и мы бы с тобой влетели бы в Лигу Мастеров. Точнее, в Лигу Сёгунов 3 звезды. Так что, друзья мои, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.